Всем привет! Сегодня хочу вам показать способ, как можно очень легко и быстро почистить вашу машинку для стрижки. Раскрутить эти вот два винтика, конечно, можно. Такие вот шестиугольные звездочки, конечно, мало у кого оно есть. Поэтому способ есть попроще. Берем обычную крышку, капроновую, металлическую, наливаем воды. Не обязательно полную, можно половинку. Почему именно крышку? Так как, чтобы не налить больше воды, чем нужно. Чтобы не добраться до механизма, там, где уже проходит электричество. Поэтому берете крышку, где-то половинку воды наливаете. Включаете машинку. И вот таким образом прижимаете. Как видите, сколько волос сразу отсюда вылетает. Чем дольше будете держать, тем, соответственно, дольше будет оно вылетать. Еще, конечно, так сделать. Главное не опускать слишком глубоко воду. Опять же повторю, чтобы нигде ничего не замкнуть. А так, пол сантиметра. Вполне безопасно. Ну все, теперь надо ее просто струсить и дать ей высохнуть. При том, что я ее периодически чищу, где-то раз в 2 недели, и то видите, сколько волос налетело. Те, кто ее не чистит вообще, представьте, что она внутри творится. Вот такой способ простой. Кому он понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще видео. Всем пока.